Дорогие друзья и близкие, от лица Игоря и Оли я рад приветствовать всех вас и благодарю за то, что вы собрались здесь разделить с нами этот счастливый и яркий момент. Вступление в брак – это сугубо личный и ответственный поступок. Но для того, чтобы черпать силы продолжаться долгие годы, их союз должен одобряться родными и близкими. В этой связи я обращаюсь ко всем вам. Поддерживаете ли вы их решение вступить в брак и готовы ли принять нового человека в свою семью? И сейчас, друзья, я прошу вас не скупиться на овации, встретить достойно настоящего мужчину. Итак, встречайте легкой и уверенной походкой настоящего чемпиона. Игорь, под ваши аплодисменты! Друзья, посмотрите внимательно на этого мужчину. Он улыбается, но на самом деле он волнуется и очень переживает. Поэтому его выводила мама. Давайте поаплодируем ему, чтобы все волнения у него ушли. Он отверг внимание миллионов женщин, чтобы открыть свое сердце лишь одной того достойной. Все имя на устах, он ложится спать и встречает рассвет. Имя это Ольга. Так давайте же встретим ту самую, ту единственную, которую он ждал всю свою жизнь. Наша невеста в сопровождении крестного Игоря. Ваши аплодисменты. Безусловно, решение, принятое вами связать свою судьбу воедино, было хорошо обдумано. И вряд ли найдется человек, посмеивший сомниться в правильности этого решения и будет против этого союза. Если такой человек есть, пускай он скажет это сейчас или молчит навечно. Я против! Рот закрой! Продолжаем. А теперь попрошу нашего свидетеля вынести нашим молодым кольца. Давайте поддержим его аплодисментами. Почему там пусто? Вот, у папы кольца. Друзья, ваши аплодисменты. Фу, слава богу, свадьба состоится. Я уже начал переживать. Свидетели, вы нас так больше не подводите. Что такое? Так, уважаемые гости, я понимаю, воровать туфлю, воровать невесту, но воровать кольца на свадьбе – это криминал. Просто. Так, я попрошу сейчас, чтобы нам вынесли действительно настоящие кольца. Давайте под ваши аплодисменты. Все, свидетель, спасибо большое. Ваши аплодисменты ему. Есть там кольца? Ну, другое дело. Знак твердости ваших намерений и бесконечности любви друг другу, обменяйтесь обручальными кольцами. А мы вам поаплодируем. Господа, чтобы соединить этот брак духовно, я приглашаю сюда к нам отца Андрея. Здравствуйте, дорогие ребята, мне очень приятно сегодня вас здесь приветствовать. Я, в принципе, готов начинать. Диджей, пожалуйста, музыку. Одна, одна, сон.
чувства, любовь, мечты и вы. Долгий путь, года пройду, сердце у вас история. Ради тебя переплыл я моя, ради тебя я не бреюсь. Сладкий кофет я тебе накуплю, самой любимой вредной. Ну что, дорогие друзья, властью, данной мне рестораном Art Hall, а также лично Геннадием, я объявляю вас мужем и женой. Можешь поцеловать невесту.